Итак, ребята, мы в Petco. Это тот день, когда мы были с Никусей в Walmart'е. Он у нас продолжается, но теперь уже с Евой. Идем в Petco, нам надо купить, найти капли для Аси. Мы не нашли. И нужно... А? Ты должен работать? И нужно купить средства для нашего пылесоса. Сволочи! А до скольки он? До 7? А, сегодня суббота. Я же помню, что он вроде бы до 9. Прекрасно. Мы пришли в Petco поцеловать дверь и уйти. Вот елки-моталки. Ну ладно, значит, так надо было. Значит, мы сейчас в этом Walmart'е все найдем. Идем в Walmart. В общем, вы поняли, да? Сколько нас не корми в Walmart'е, сколько нам не давай, нам все мало. Мы все равно будем брать еще и еще. Ев, тебе клюква нужна? Нет. Нет, я просто для... Розмарин тогда еще нужно будет, да? О, у меня же теперь нет моего любимого. Вот именно, куста-то нету. У нас дома розмарин рос огромный куст, и девушка никогда не беспокоилась. У нее всегда он был. Гранат еще возьми, дочь, тоже очень красиво будет. Ева готовится к новому видео, поэтому набирает всякие необычные вещи. Ну, давай такой. Эти? У нас боки были такие, знаешь, уже... С кислинкой, да, пропавшие? Да, да, это вот бывает такое. Так, давай возьмем лучок. Сейчас, подожди. Надо найти пакеты. Дочь, можешь пакет оторвать? Я пока лук выберу. О, сразу он меня нашел. Так, помидоры у нас еще есть. Я хотела брокколи сделать с картошкой, маффины. Брокколи, картошка и... этот лук. Давай, мне еще пакетик дашь? Похож, кстати. Дочь, можешь еще пакетик дать? Надо брокколи взять. Или взять замороженную. Или замороженную возьмем. Ну, конечно, свежую. Давай эту, ладно. Я выберу сейчас. Сделаем маффины. Ой, какая красивая. Так, да, держи два, я сейчас еще два возьму. Малюськи, да, совсем. Так, еще одну. Нет, что-то... Да, нормально, наверное. Все. Брокколи $1.97. Так, я тебя спрашивала, помидоры у нас еще есть, мы решили. Этот лист есть. Тыкву, да. Тыкву. Так, редиска, свекла. Для свеклы, дочь, нам нужно съездить будет с тобой на флимаркет среди недели взять. Будем делать свекру, эту свекольную икру. Чтобы у нас овощи были всегда готовые. Сейчас начнем снимать опять. У нас вечно будет нехватка времени. Мы это уже проходили. Готовить некогда. Авокадо, да, надо. Мишель на него так тоже... Теперь подсела. А вот еще тоже хорошая сумочка, по-моему. Вот этот потрогай. Надо, чтобы половина были, наверное. Но они все мягкие. Да, вот эти все хорошие. Ну, хорошо, быстро съедим. Так, апельсины хотите? Лимоны есть у нас. А? Не хочешь? Ну, у нас, да, один или два там есть еще апельсины. Мы бурый рис купили с Никуси, поэтому давай тыкву возьмем. И листья какие-то, салат надо. Я думаю, поровнее. Вот такую возьми, толстенькую и ровненькую. Ее будет можно классно сделать. Так, дочь, какие-то листья будем брать или будем нашу эту пекинскую раменту? Окей. Я свою комбучу хотела посмотреть, здесь есть, нет. У меня так она горло вылечила вообще. Так горло мне вылечила моя комбуча. Это Passion Fruit Tangerine. Да, моей нету. Ну ладно. Купим потом, значит. А не факт. Может быть, что-то взять, то, что уже прозрачное, видно, что зеленое. Вот есть матча, смотри. А?
Я очень люблю Naked. Блин, но он такой калорийный. Просто жесть. Сколько здесь сахара. Он ужасно вредный. О, легко с ним получить инсулинорезистентность, если пить регулярно. У нас Лера делает сама сейчас вот эти шарцы на работу себе и Мэтту. Она делает турмерик, лайм, лимон. Очень вкусный. Надо у нее рецепт взять, тоже сделать. Вот так по 3 доллара бутылочку не напасешься. А она сразу делает большой объем на неделю. И очень вкусно получается. Че? Зеленый или белый он? Так, эти ряды мы проходим. На заливку, на салаты, я не знаю. Либо мы возьмем готовые. Ника против. Ника говорит, давайте сами делать. Ну, я не знаю. Салаты заливать чем? Знаешь, вкусно. Вот как Густава, когда я у них работала. Лимонный сок, оливковое масло. Что еще? Соль. Он всегда так делал. Ну, окей, тогда так и будем делать пока. Пока у нас есть на это желание. Так, курицу мы попозже возьмем. Давай курицу вот эту посмотрим. Я говорю, курицу мы попозже возьмем. Давай курицу посмотрим в банках, Ники. На салат. Да, это рыбный консерв. Сейчас я дальше пройдем. Она где-то здесь же. Угу. Так, где-то здесь должна быть курица тоже, по-моему. Что-то сосиски, если здесь, значит, курица тоже должна быть. А, вот она. Только это другая, да, фирма? Ну, Bumblebee вообще хорошая фирма. Ну, бери вот эти две банки вместе. Это не Bumblebee, это Swanson. А, это другая? Господи. Я думала, они на одной полке стоят. Давай Bumblebee, может, возьмем. Давай, одну возьми. Одна 5 стоит, а та 3 за 2. Не может же быть такое. Вот, вот эти вот Swanson, одна 3,98. 2, значит, 5,37. Ну, значит, это тоже где-то столько же стоит. Бери одну Бамблби. Пойдем. Так. А, что, все, идем к рамкам? Мы вообще-то приехали за рамками, да, вы заметили? Еще на входе договорились не брать тележку, потому что, в принципе, она нам не нужна. Ника попросила сухой бульон, но сейчас уже, думаю, наверное, не нужно ей будет. Но она рис без него не готовит. Так, дочь, какую мы курицу брали? Ты не помнишь, вот эту зеленую чикен-бульон или с овощами? Точно не с овощами. Это с томатом. Вот это, да, просто это, да? Ну, по-моему... Или баночку взять с рассыпью. Вот такое. Вот. Короче, теперь до рамок нам идти. Хоть бы они здесь были, я вообще с ума сойду, если их не будет. Представляешь, мы уже распечатали фотки. А рамок нет. Вот это будет облом. Облом века. Так, господи, какой он шумный. Пока шли к этим крамкам, нашли собачий. Дочь, нам, по-моему, в следующий ряд. Они в самом конце слева, доченька. Вот они. А здесь они спокойно. А в том районе все за стеклом и на ключ. Представляешь? Короче, давай вот этот дешевый возьмем, попробуем, а потом, если что, в следующий раз возьмем. Он тоже не дешевый, что самое интересное. Так, теперь рамки нам надо. А, подожди, нет, нам надо вон туда подойти. Мне надо это средство от урины, которое купить для обработки Асиной клетки. Давай вот тут пройдем, может быть, оно в кошачьем отделе, это средство. Так, здесь корма. Доча, я сейчас в кошачьем отделе пройду и к тебе вернусь. Мне же надо его найти. Там в баночке такая штучка. Нет, здесь тоже его нет. Вот. Вот такая штука мне нужна. Только это Stain Odor Remover, а мне нужна Urina Remover. Вот, потому что именно Urina Remover, она вообще все запахи убирает тут вот напрочь. Вот именно вот эта фирма Natural Miracle. Я нашла, но тоже, как у нас дома, Odor просто, не Urina Remover. Ну ладно, тогда закажем на Амазоне, да? Так, все, идем в рамки, да? Окей.
Прикольно сделали шторки, да? Не знаю, может, не знаю даже зачем, если честно. Необычно, согласна. Ладно, ребят, ищем рамки. Хватит болтать. Больше дела, меньше слов. Тут ковры тоже высокие есть. Так, ну ладно, мы идем в рамки. Я убежала. Так, 16, ой, 24 на... Ага, это бежевая, такая же, как в том. Бежевые это плохие? Бежевые не, у нас не такие. Нам нужны белые. Крупнее написано вот это, что, слушай, похоже, походу их нет. А, такой же. Нам придется, наверное, либо самим паспорту вырезать. Они все бежевые, либо брать 6 бежевых, дочь. Размер тот же. Паспорту желтая, не белая. Понимаешь? Твою дивизию. Походу, те у них, наверное, они сняли их. Новая партия с бежевым паспорту. А эти мы, наверное, все забрали. Что, будем 4 вешать? Это не белая? Нет, такая же бежевая. Это тоже бежевое, да? Я не знаю, я что-то не вижу. Дочь, у нас единственный выход... А, ну те мы уже открыли, мы их не сдадим. Тоже бежевое? Угу. Мы можем взять две бежевые такие рамки и взять картон белый. Давай вырежем паспорту, там обычный картон. Еще знаешь, что может быть? Они могут быть кремовые, а если их перевернуть, они там могут быть белые. Может быть, там не двухсторонний картон. Но рамку нам по-любому проще нам найти будет картон вырезать паспорту. У меня нож есть, линейка такая, есть специальная, коврик есть, на котором вырезать. Самый белый выберем. Угу. Мне кажется, показалось, что самый белый, который ты снизу доставала, вон те. Угу. Давай их сравним. Нам две нужны? Да. Ну. Но они светлее. Ну, я почему и говорю, что мне показалось, что они светлее. Но... Они белые, да? Нет, они, наверное, такие же, дочь. Да, они кажутся, что светлее. Они светлее. Ну, давай их возьмем. В общем, ребята, у нас печалька печальная. Мы нашли рамки, но опять-таки это бежевый паспорту. Поэтому мы сейчас будем искать ватман и брать ватман и вырезать канцелярским ножом. Придется нам самим паспорту по вот этим лекала дома. Также Макару взяли 3 вертикальные рамки. Ему в комнату повесим. Вот, короче. Я очень-очень переживаю, как мы ее вырежем, эту паспорту. Нет, это темнее, дочь. Ага. У нас большая линейка дома есть. А, папин этот уровень возьмем. По нему вырежем. В общем, где наша не пропадала, что-нибудь придумаем. Нам нужен теперь детский крафт. Ну, пошли. Ой, придумываем мы себе постоянно новые задачки интересные. Нам придется ехать в Доллар Три. Но в Доллар Три он точно есть. Я в этом уверена. Ну ладно, откладывается одна наша покупочка. Доча, придется нам с тобой что ли в Доллар Три ехать? Я здесь ватмана не вижу. А где эти проекты? Они же покупают здесь это все. Должны же быть. Цветные, помнишь, мы брали? Салат. Мы в Walmart'е брали, это в большом Walmart'е. Там были салатовые, оранжевые, такие огромные листы. Это надо просто найти отдел. Ну ладно, так. Нам еще нужен маленький кусочек малярного скотча. Маленький этот моток. Где это можно взять? Ева говорит, озвучьте, пожалуйста, весь список, да, дочь? Я там хожу еще, она уже все нашла. Что, нашла?
Есть такой. Это же... да, это такой. Вот это сколько стоит? Доллар это 3. Ну, в принципе, нам и за доллар. О, помню эту лягушку. Сколько мы с ней работали, это капец какой-то. Это, ну, в принципе, узкая тоже пойдет. Но что-то мне кажется, может быть, все-таки широкая. Вот есть такая средняя. Ну, а сколько стоит? Ну, это 3М-ка, это дорогая. Вот внизу доллар. Да давай узкую возьмем, наверное, нам пойдет она. Нам что, надо дырочки отметить и переклеить на другую. Ну и пойдет. Все. Идем на выход. Да, дочь, все же взяли? Да, и все. Да. О, господи, какой он шумный, это капец. На весь магазин орет. Все, едем домой. Ну и не откладывая в долгий ящик, мы приехали в Доллар Три. Потому что здесь точно должен быть ватман. Ай, окей. Короче, здесь точно должен быть ватман. Ева говорит, это такое слово. Его нельзя произносить, когда ты что-то ищешь. Ну, по крайней мере, цветной есть. Надеюсь, будет и белый. Угу. Вот, размер посмотри, пожалуйста, малыш. Да, вот нам идеально. 22 на 28. А у нас 20... На 24. На 16. 20 на 16. Нет, самый большой. Подожди. Нам подходит. Ширина точно подходит? Ты его уже помяла, Зай. Вот тут, кажется. Сколько он? 22 на 28. О, ну это точно пойдет. Таких два бери. Лучше три. А? Три штуки возьми. Да не, нормально. Все, отлично, пойдем. Теперь главное довести его и не помять. Все, выдохнуть можно. Из этого мы вырежем паспорту сами. Так, у тебя есть канцелярский нож? Mm-hmm. Наверное, папа должен быть. Потому что ножницами мы точно их не вырежем. Окей. Все, едем домой. Только это нам было не нужно. А, меламиновые губки тут еще надо будет посмотреть. Потому что мы что-то с Никой за какую-то сумасшедшую цену купили. $3, что ли, там. Здесь раньше мы брали их. Может быть, здесь, конечно, другой размер, а? Ну, все, ребят, едем домой.